У меня, естественно, открыто, значит, ну, по размерам. У меня еврофунт вниз, евро Канада вверх, Австралия Канада вверх, Австралия иена вверх, Канада вверх, фунт вверх, Канада иена вниз, Канада франк вниз и евро вверх. Значит, вот это все, что у меня открыто. Более-менее серьезные минусы в прокатке имеют еврофунт и немножко евроканада, можно назвать, она пополам от еврофунта. Вот, основную почву минуса формирует еврофунт. Вот такая игрушка. Значит, что касается Новой Зеландии и Австралии, то я их взял было, но потом закрыл и правильно сделал, потому что они опять покатились сейчас в обратную сторону. Вот. Покатились в обратную сторону. Значит, вверх покатились. Я не знаю, буду ли я их открывать. Меня уже спрашивали с утра, буду ли я их открывать. Ну, Новую Зеландию, может быть. Может быть, и то у меня какое-то такое сомнение имеется. Ну вот, Новую Зеландию можно открыть, потому что что-то на ней такое более-менее ясное. Но опять же, сколько она и куда пойдет, черт его знает, потому что ну, не совсем понятно. Она уже даже сегодня успела туда-туда, так сказать, ну так, смотреляться, будем так говорить. Я Чуть-чуть смотреляться. понял, смотри. Возможно, что имеет смысл открыть, возможно. Ну, это никак не угрожает мне, поэтому я, скорее всего, открою. Вот. Я понял вас, Павел. Я обратил внимание, что вы во многих парах стоите против канадского доллара. Вы считаете, что он должен еще подсесть сегодня, я так понимаю. Почему сегодня? Я не удивлен. Для меня нет понятия сегодня, один час, неделя, месяц. В данном случае сделка, я вам сейчас расскажу это, секундочку буквально. Значит, сейчас я Новую Зеландию возьму символически, уж так сказать. Не символически, а нормальным лотом возьму. Потому что имеет смысл, я думаю, взять. Хотя бы потому, что что-то одно должно браться вверх, что-то другое должно браться вниз. Вот это разговор. Вы сейчас совершаете какую сделку? Покупаете новозеландский доллар США. Да, я уже купил его. Друзья, Да, я скажите, его продал уже, продал. отдали. Вы продали новозеландский доллар? Да, я продал новозеландца. Ясно. Продаете? Значит, и буду рад даже, если он заставит меня долить немножко повыше там. Потому что, по идее, он 67-80 где-то сходит. Вот. И я думаю, что это будет правильно. Я понял Значит, вас. вот такая ситуация. Значит, что касается, вот сейчас у меня уже теперь было 410, стало 432. Сейчас, секундочку. Так. Уже 10 пар на объем 432К. Ну, здорово. Павел, дура, Пар на 432К. Значит, теперь, что касается, что и когда было открыто. Вот сегодня, завтра, послезавтра, послепослезавтра. Итак, у меня есть два майских открытия. Две майские пары. Австралия иена и еврофунт. У меня есть пара начала июня. Австралия Канада. У меня есть так сказать, две пары конца июня. Сама Канада и Евроканада вообще в самом конце июня. Остальные пары у меня раз, два, три, четыре, пять. Остальные пять пар у меня июльские. Июльские. Ну вот. Вот такая вот игрушка. Ясненько. Поняли вас, Павел. Спасибо вам большое за ваш рассказ по вашим позициям. Желаем вам удачи. Толкаем канадский доллар вниз. Я уверен, что все у нас получится. Если можно, так сказать, еще два слова, если я ни у кого не отнимаю времени. Вот. Но ситуация какова? Значит,
Мы когда говорим про пары 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, мы когда говорим про пары, значит, я хотел бы, чтобы все старались указывать, ну, что у них, куда у них, где у них хотя бы. И самое главное, указывали объем. Депозит мой известен, он около 60 тысяч, ну, по балансу около 60 тысяч долларов. Значит, просадка невелика, где-то процента, ну, процентов 5, 5 где-то процентов просадка, текущая просадка 5%. Текущая просадка, она может быть всегда. При этом сделки закрываются, прибыль приносят, потому что кто-то тут писал, вот у них всегда минусы. Да у нас могут быть хоть 100, у нас при этом собирается прибыль, у нас при этом закрываются позиции, у нас при этом при определенном размере выработки. Вот у меня, например, при минус 2000 уже начинает появляться зарплата, то есть сбросы на лицевой счет заработанных денег. При минус 2000 у меня формируется зарплата. При минус 2000. Понятно. Хочу достигнуть того, чтобы даже при минус 3 собиралась зарплата. То есть это, ну, надо понимать вообще, что такое ПАМ. Угу. Ну, вот. Ясненько. Чтобы это иметь в виду. То есть ранее заработанные средства обеспечивают тебе возможность получать что-либо где-либо. Ясненько. Вот. Понял. Спасибо вам большое. Я не думаю, что кто-нибудь реально что-нибудь понял, так сказать, но желательно, как говорится, просто хорошо, если это, так сказать, разговор мой для моих, или для тех, кто работает с ПАМ-счетами, это одно, если это разговор для всех остальных, то это, ну, как будто ноль пролетел. Никто ничего не понял, понимать не собирался, потому что это совсем другая опера. Вот. Игорь, все, если я, так сказать, захватываю время, я ухожу. Все, пока. Спасибо большое, Павел, вам за ваш обзор и комментарии по практике торговли. Я вас уверяю, что все поняли, что как бы все внимательно слушаем и позиции, и новозеландцы уже все с вами продали. Вы что думаете? Никто не спит на Utrade TV. Друзья, с нами был Павел Каспаров, наш коллега, трейдер и управляющий активами. Спасибо.